Наталю, ти довго співала «Я похуділа» і нарешті таки схудла. На порталі GC3UA була твоя фотосесія, де ти навіть попросила прибрати весь фотошоп. Тобто, власне, ось на цих світлинах ти така, яка є. Я худела не тому, що прям вот хотіла похудеть, а тому, що я вела здоровий образ життя, поэтому не быстро, поэтому медленно, поэтому не спеша. Я просто себя любила. Ну, от той Наташі, которая танцювала со звездами, ще пару кілограм нужно сбросить. Сьогодні тут відзначають телевізійники. Передивляйся ті шоу, в яких ти брала участь. Для того, щоб пересмотреть всі фотографії і всі телевізійні шоу, в яких я участвувала, мені нужна ще одна життя. Поэтому я відпустила цю ситуацію і телевізійні проекти, які я просматриваю, как правило, я смотрю их за день до выхода в эфир, чтобы там все было нормально. Ты уже прискипливо ставишься до того, как ты выглядаешь в кадре. Когда я поправилась, вот когда я бросила курить, я решила для себя, что я вообще не буду выходить в эфир до тех пор, пока не похудею. Но я поняла, что проблема в том, что я не похудею, пока себя не полюблю. Ровно такой, какая есть. Поэтому было очень трогательно для меня, это психологическая победа над собой, когда я в этом весе пошла, приняла участие в «Голосе дети» и, не стесняясь, показала миру, я такая, какая я есть, и я себя люблю такой, какой я есть. Мне есть за что себя уважать, кроме этих лишних килограмм. Поэтому с тех пор мне сегодня уже ничего не страшно. Фотографируйте меня как хотите. Снимайте меня как хотите. Вставляйте любые слова. Хотите, скажу какую-нибудь пошлость? Сьогодні ти на «Червоний хідник» прийшла не одна, а зі своїм продюсером, музичним директором. У вас такі ніжні стосунки, зважаючи на те, як продюсер тебе обнімає. Ну, ми так стали спеціально, щоб в кадр оба попасти. Чтобы нас хорошо увидели. Чтобы мы так притиснулися одне до одного. Поначалу в Олега влюбились все девушки нашего офиса и немножко я. Вот. А потом как-то мы поняли, что работа для нас важнее, потому что это точно мешало бы. И я думаю, что если бы мы приняли другое решение тогда, 15 лет назад, не было бы такой влюбленности творческой. Знаешь, как все думают, у нас был роман с Владом Ямой? Не было. Если бы был, не было бы таких танцев. Голомозих чоловіків ты все одно любишь. Влад, Яма, Олег. Да, Олежа. Отрасти, пожалуйста, прическу. Хорошо.